я думаю, что вот, результат был зависит от того, ну, Батык, конечно, команда более опытная именно в таких вот в баталиях. Я думаю, это и сработало. И первый тайм, и начало второго, ну, догола, если так брать. Мы полностью контролировали игру. Ребята выполняли то, что я требовал. Хорошо контратаковали и создавали моменты. Вот. И не скажу, что желания у ребят не было. А после пропущенного мяча началась какая-то судорога. Начали какие-то приниматься неправильные решения. Начали спешить ребята. Стали эмоции перехлестывать. И по большому счету игра потеряла вот этот рисунок и стройность. Получился какой-то навал. Но до пропущенного мяча, я считаю, ребята достойно играли, хорошо и выполняли мои требования. Пожалуйста, ваши вопросы. Без рук. Березинский, ты знаком? Делаете ставку на усталость Батэ после Арсенала? Ни в коем случае. Следующий вопрос. Следите ли за ситуацией вокруг заявки Сергея Веренко на матч Слуцк Батэ и будет ли нам как-то реагировать на эту ситуацию? Для этого есть органы, которые должны реагировать. А «Динамо» должно заниматься своим делом. Следующий вопрос. Как вам уровень поддержки сегодня? Поддержка хорошая была. Много болельщиков собралось. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы на другом стадионе это все присутствовало. Более тогда была бы атмосфера футбольная. Но в целом, конечно, спасибо большое болельщикам, которые пришли нас поддержать. Про будущий матч с «Шахтером» и насколько пауза международная повлияет на подготовку? Ну, время паузы у нас будет один хороший товарищеский матч. Вот съездим тоже так, себя посмотрим, проверим. Только игра может показать, насколько это повлияет. Главное, чтобы все ребята приехали в строй после сборных именно в хорошем таком хорошем самочувствии, и чтобы все были живы-здоровы. И посмотрим. Сейчас мы как раз находимся на том месте, с которого стартовали после первого круга, по окончании первого круга. Еще 6 матчей впереди, поэтому я еще раз повторяю, что борьба будет идти до последнего тура за чемпионство. Матч с «Шахтером» для вас с учетом ситуация в турнире таблицы, матч, наверное, жизни и смерти в плане чемпионской интриги. Не знаю, жизнь и смерть. Такими словами бросаетесь. Даже трудно ответить. Это же ответить вам сложно. Жизни и смерти матч. В плане чемпионской интриги, мне понятно, что не. Не, ну как жизнь и смерть? Что проиграем всех это как. Это круче Сталина, я думаю. Хорошо, следующий вопрос. Есть? Нету. Всем спасибо.